Что такое счастье? Для каждого это понятие разное. Для меня, например, счастье – это здоровье близких. Это мир без войны. И еще право на мечту. Это очень важно – мечтать и верить, что твоя мечта сбудется. И именно это центральная идея в повести Александра Грин «Алые паруса». Ее героиня Асоль так безгранично верила в свою мечту, что в конце концов с ней произошло чудо. С ней произошло чудо. Ага. А дальше? А дальше сам. Ну? Давай, давай. Сколько можно на чужом горбу? Ну откуда я знаю, что им надо? А ты не думай, что надо. Напиши, что чувствуешь. Правду. Ага. Сейчас. Слабо? Не слабо. Просто классухе вряд ли понравится, что ее любимая Асоль – дура. Ты так считаешь? Ну а кто она еще? А разве к дурам приплывают корабли? Ну так это, ей просто повезло. Когда этот Грей... Повезло, Поленька, это когда тебя к доске не вызвали. А известно ли тебе, о скептический отрок, что мысли и мечты способны менять мир вокруг нас? М? Чего? Того, что одной только мыслью ты можешь изменить все вокруг, как захочешь. Если только, конечно, это искренне. Проще говоря, мечты сбываются, как у Асоль. Ну да, я вижу, вы уже себе намечтали. И Толику. А ну-ка, иди отсюда. Вы тоже дурочка, как ваша Асоль. Смотреть мультики.
Послушайте, имейте в виду, я добьюсь запрета на приближение. Олег Иванович. Что у вас опять? Вот. Я без очков. Нам опять отказали в квоте. Ладно. Пошли. Чем объяснили? Большой наплыв. Сказали на будущий год. Вы понимаете, что следующего года вас не будет. Вы так это профессионально. Раз-раз. Гринько, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Но я правда, я не понимаю, что я еще могу сделать. Пробуйте через волонтеров. Я пробовала уже, но он же не ребенок, тут без шансов. Ну, я не знаю. Поговорите с головой комиссии, пусть пересмотрят. Найдите аргументы. Какие? Ну, что маленькая. И не смотрите так на меня. Я к этому не имею никакого отношения. Сколько? Прекратите. Господи. Простите. Простите, но я просто я правда, я не понимаю, что мне еще сделать? Вы хотите его спасти? Звоните. Только я вам ничего не давал. Да, конечно. Спасибо. Что, ты сам не пойдешь попросить? А? Можно? Слышали? А кто еще пойдет? Все собираются. Все девчонки наши. Тосик! Ну, отлично. Тосик! Сейчас. Тосик! Тосичек! Возвращайся к нам скорее, мы ждем тебя. Привет, сыночек. Ма, я же просил. А я не просила? Душа нараспашку, ну. А где шарф твой? А шапка? Потерял опять? Ну, хватит. Довольна? Бессовестный. А ну, дай лоб. Ну, конечно. Горячий. Это от стыда. Мам, ну зачем ты пришла? Ну вот что, молодой человек. Марш домой. Там поговорим. Быстро. Тосик! Тосик! Тосечка! Ну, прости меня, пожалуйста. Будешь как все. Скоро все.
И ты нормальный, слышишь? Ты больше, чем нормальный. Просто у тебя слишком большое сердце. Надо бы уменьшить. Да не, ну что? Дружеником на мосты. Привет. Дмитрий. Привет. Как там Толик? Все хорошо, спасибо. Да, Дин, ты сегодня у нас? Да, у вас. Тогда штормовое предупреждение, возможен шквальный ветер. И дожди с грозами. Принято. Это ничего, справимся. Ну смотри, я предупредил. Сильно машину побил? Так, понты. Восстановлению подлежит. Или у тебя еще что? А у тебя? Как дела вообще, папуль? Нормально. Ну тогда у меня вообще зашибись. Это что еще за намеки? Анатоль, подвезти? Не, дядя Дим, спасибо. Мне полезно. Псих отмороженный. Он просто больной. Да не просто. Он же нас ненавидит, что не видит, что ли? Аж зеленеет каждый раз. А кроссовки его видел? Ржака. Выходи. Пройдись, подыши свежим воздухом. Тебе тоже полезно. Ты чего? Давайте, ваше высочество. Прогуляйтесь. Урод. Что ты там застряла в одном углу? Время тянешь? Нет. Не слышу. Я сейчас все сделаю. Дожилась. Уже уборщица в собственном доме хамит, где каждая мелочь вот этими самыми руками. Том, молчи. Мне только этого не хватало. Каждому дай, дай, дай. А что взамен? Молчишь? А? Предательство и вранье. Сплошное вранье. Ничего. Я положу этому конец. Я это сделаю. Все будет по-другому. Все. Том, что случилось? Что тебе говорить? У тебя у самого этого дерьма по горло. Точно. Только другой консистенции. Вроде легче стало, не? Где-то. Кто бы мог подумать? Золотая медалистка, гордость школы, Надежда Педа убирается в двоечнице. Ну, вспомнила тоже. А я и не забывала. Не скучаешь по школе, а? Училка?
Да когда скучать? Работать надо. Глупая ты. Пришла бы, попросила бы. Да ну, ты что? Гордая. Уважаю. И не жадная. Не крысила. Всегда давала списывать. Ага. Почти святая. Невезучая только. А я наоборот. Думала, что наоборот. На. Что? Десятина. Чего смотришь? Бери. Не. Бери. Я же на благое дело даю. Отдашь этим крохоборам, чтоб включили только квоту на операцию. Не могу. Не возьму, не могу. Я же не дарю. Ты вернешь Столькиной Нобелевке. Как хорошо. Сама себя не ожидала. Теперь в рай можно. Меценат. К черту телячьей нежности. Бабы рулят. Опять вы. Вот. Ты вы что? Слава Богу. Слава Богу, я вас поздравляю. Не реветь, нужно радоваться. Готовьтесь. Планируем операцию через 10 дней. А за это время успеете пройти необходимое дообследование. Спасибо. Наш с тобой счастливый билет, Тосик. Как это? Вот так. Чудо. Они же отказали. Ну, сначала отказали, потом вот передумали. Ну, что ты стоишь? Давай, иди мой руки. А руки? Сядь. Ты не умеешь врать. Я вас не понимаю, юноша. Откуда? Что? Деньги на взятку. Скажешь, что же? Мама. Так. Неважно.
Это мои дела. Наши. Это наши дела, мама. Ну, хорошо. Тамара одолжила мне. Кто? Тоня, успокойся. Сколько? Неважно. Сколько? 5000. Сынок, я прошу тебя, успокойся. Тебе же нельзя. Ну что, ты забыл? Тебе можно, мама? Что ж, мы поберушки какие-то. Да я лучше умру. Замолчи! У тебя что, совсем гордости нет? А это, знаешь ли, дорого стоит. Не каждый может себе позволить. Я вот, например, не могу. Ты не имела права решать сама. Тем более просить у этих. Дай сюда, я пойду и все верну. Поздно. Я их поменяла. Собирали Ромке на ботинке. Его мама попросила классную, она сказала вам. Потом кто-то из родителей рассказал детям. Так вот, когда Ромка пришел в этих ботинках в класс, он класс поднять не мог. Никто ему ничего не говорил. А он все понял. Знаешь как? По взгляду. Что ты сравниваешь? А я теперь знаю, что чувствовал наш Ромка. Это полный отстой. Мы все вернем. Потом. Как хочешь. Я не лягу на эту операцию. Иди, мой руки. Не веришь? Я клянусь тебе, что я не лягу на эту операцию. И ты меня не заставишь. А ты, оказывается, жестокий. Гордость у него. Эгоист чертов. Ну, прям как отец, да? Тут ты несешь. Отца не трожь. Почему? Я же весь в него. Я же такой же умный. Такой же талантливый. Так может и это его? Я не виновата, что отец погиб. Толик, никто не виноват. Если бы он был жив, все бы было по-другому, да? Убирайся. Ладно. Не забыл. Почему ты на меня так смотришь? Пусть летит. Я ее освободил. Спасибо.
Что? Вкусно, спасибо. Реально вкусно. На здоровье. Сядь. Я помою. Посудомойка помоет. Я тут при чем? А Дубенко? Леша, иди к черту. У меня может быть тоже температура 38, а то и 39. Ну, что ты орешь, что ты орешь? Я буду, буду. Ничего. Техника, драгоценности, все на месте. Сейф не вскрыт. А понятые где? Тут такое дело. Они на подъезде в пробке застряли. Вызывал кто? Анонимка, жизнь. А еще муж. Он в спальне. Муж, муж. Объелся груш. Давай метнулся кабанчиком. Соседей привел. Так сегодня же рабочий день. Все на работе, Павел Сергеевич. Прям все. Давай быстро. Иди сюда, пожалуйста.
О. Здравствуйте. Здравствуйте. Пройдемте со мной. Пройдемте, пройдемте. Ну, наконец-то. Есть. Ну, Сергеич, а с этой что? Положи, где взял. Не понял. У Саши возьми на шатырь. А. Кофе хотите? Ну, не хотите, как хотите. Слышь, бери ее домой. Угу. Нервный народ пошел. Саша, ну что там? Обычное дело. Черепно-мозговая, кровоизлияние с давлением мозга. Удар тупым предметом в височную часть. Что за предмет? Так вот. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Поскользнулся или помогли? Это твоя парафия. Со двора дома, где было совершено убийство предпринимательницы. И дальше? А дальше все. Мы быстро позавтракали и разошлись. Я на работу, Боря в институт. И я его подвез. А Тома осталась дома. У вас была нулевка? Что? Нет, я не был на парах. Что? А где вы были? У девушки своей. Свинья. На себя посмотри. А что вы сейчас имели в виду? Да что? Бабу его, конечно. Рот закрой. Ну что вы тут мудром развели? У нас убийство. Вы, кстати, Дмитрий, чего вернулись-то, а? Забыл документы, а что? И что вы увидели? Дверь была не заперта, я испугался. Тома всегда запирает. Запирала. Она боялась воров, а тут отца открыто. И она была на полу, на кухне. Я позвонил в полицию, но оказалось, что кто-то уже их набрал, предупредил. Так а чего боялась? В доме деньги были? Всегда. Но мы точно не знали, сколько. У нее был свой доход. Какой? Квартиры, офисы в аренду. А много? Много. 10. Может быть, больше.
Я не знаю. Неплохо. А что же вы в старом доме живете? Это она не хотела переезжать. Понимаете, Тома... Она была экономна. Какой ты дипломат. Камеру на входе видели? Видел. Фальшивка на лоха. Почему? Я не понимаю. Вот и мы не понимаем. Борис. Она была жадновата. Нищее детство. Сама добилась всего. И мне со стартом помогла. Купила тебя, то есть. Паш. Да. Готово. Давай. Все ясно. Слушай, как-то скучно. Может, давай не пойдем, а посмотрим? Да. Куда пойдем? О, привет. Я не знаю, куда пойдем. Вася, шапку надень. Застегнись, а то простудишься. Ребята, вы же на одном курсе, что ли? Вы знаете, где он? Он что, опять дома забыл? Хватит. Где он? Откуда я знаю? Да, его не было сегодня. Как не было? У вас же зачет. Не зачет. Чокнутая. Да все, пошли. Я понимаю, что обычно в таких случаях подозревают ближайших родственников. Но мы с Борей заинтересованы как никто. Может, соседей опросить? Она с кем-то дружила? Да нет. Ну как? А, Дина. Это соседка с нижнего этажа. Она у нас убирает. Когда в последний раз была? Вчера. Да, вчера. Это нет, она у нас уже давно честнейшая женщина. Но деньги ей были нужны очень. На что? На операцию сына. У него какой-то порок сердца с детства. Из какой она квартиры? Я смотрю, вам лучше. О, Господи. Нет, просто Павел Еременко. Вы меня напугали. Можно? Идемте. Это ужасно. Но чем я могу помочь? А сделать кофейку? Пожалуйста. Удивительно, вот так вот. Только вчера говорил с человеком, пил кофе, сплетничал. А сегодня он бац и труп. С биркой на ноге. Зачем вы мне это все рассказываете? Удивляюсь. А вы? А Толика все нет. В библиотеке задержался. А его надо беречь. У него же сердце больное. Вы не смеете. Вы ничего не знаете. Ну так вы мне все расскажете. Он уехал.
к бабушке. Вот так вот посреди недели? Ей срочно понадобилась помощь. Ясно. Сахар. Да вы не нервничайте. Телефон бабушке дадите? Мама. Бабушке уже лучше? Толя! Стоять! Толя! Стоять! Уйди! Выходи, поговорим. Просто поговорим. Дурак, я арестую твою мать. Тосик, не слушай его. Заткнись. Не смейте мне тыкать. Где он? Где угодно. Он все эти дворы с детства излазил. Хвастайтесь, хороша мать. Это не он. Он не мог. Не мог? Они все не могут. Хорошие мальчики, хорошие девочки. И вот такие вот дуры типа вас, которые блеют, он не мог. Он не мог. Почему убежал? Испугался. Чего? Что вы подумаете, что это я? Что вы решили, что это он? Почему вы? Потому что Тамара вчера дала мне деньги, $5000. Одолжила на операцию. Да ну? Я тоже не поняла, она не такая. Какая? Я не знаю. Я думала, что знаю, но нет. Не сходится. Вот это вот не сходится. Это те деньги, которые одолжила вам Тамара? Я их уже отдала. А это откуда? Вытаскивать ее. Я не могу. Она только Толе разрешает. Короче. Давай отсюда. Давай. Объясните мне, что вы там хотите найти? То, что родители чаще всего не замечают. Вообще не знаете своего сына. Не равняйте всех по себе. Еще какие-то распоряжения будут? Между прочим, чтобы ты знала, у твоего Петрова от обуви так несет, что просто сил нет. Не стыдно? А ты б сама попробовала с ним в одной раздевалке? Я не могу с тобой ездить. Ну почему? Не могу и не буду. Маш, ну подожди, ну давай поговорим, пусти. Пожалуйста. Долбаны. Вроде живой.